Тихо, сюда не подходите. А вы думаете, здоровая это еда или нездоровая, когда вы готовите? Не, что значит здоровая еда или нездоровая? Холестерина много? Вы тоже начитались этих сказок? Откуда вы все это берете? Слушайте, они Лена, по-моему, они все зомбированы этими дюканами, как там их еще. И теперь знаете, какая литература, вот кулинарная литература? Ага. Мы еще не поговорили об этом, кстати говоря, это смешно. Теперь каждая вторая книга на кулинарных полках о том, как похудеть, как съесть еще что-нибудь и похудеть. Стоп, если Лена, первое... что вы думаете по этому поводу? А я думаю, что... Да. Она тоже собирается... Я считаю, что нужно есть понемножку для того, чтобы съесть очень много. Вот у меня, знаете, странная история произошла. Когда я стала много готовить, я стала вдруг худеть. Особенно, когда я стала вести кулинарные программы, потому что нужно так много всего попробовать. И я стала вот такими маленькими порциями пробовать, для того, чтобы как можно больше съесть. Да, дробное питание. И вдруг я поняла, что самый вкус, он в первых двух глотках. Да?